Всем здравствуйте! В начале июня стало известно, что 25-летний Павел Табаков в августе прошлого года впервые стал отцом. В прошлом месяце мать актера, Марина Зудина, подтвердила, что она теперь бабушка. Внебрачная дочь Павла живет со своей мамой Софьей Синицыной. Сегодня в соцсети появилось видео, на котором можно хорошо рассмотреть 10-месячную наследницу кинодинастии. Видео с участием 10-месячной Мии Табаковой поделилась стилист Оксана Он. Она выложила ролик в разделе Stories на своей странице в Instagram. Внебрачную дочь Павла Табакова Оксана запечатлела вместе со своим ребенком во время пикника. «Мия Павловна оглушила», — поделилась Оксана. С тех пор, как вскрылась правда о внезапном отцовстве Павла Табакова, актер и его мать постоянно сталкиваются с вопросами не только о 10-месячной девочке, но и ее матери Софьи Синицыной. Известно, что роман Павла и Софьи закрутился еще в 2017 году. Уже тогда СМИ следили за развитием отношений актеров. Однако сами влюбленные никак не комментировали слухи в прессе. Интересно, что после появления на свет дочери Павел Табаков не только не женился на Синицыной, но и вовсе предпочел расстаться с ней. Впрочем, от внебрачного ребенка сын Олега Табакова отказываться не стал. Журналистам также удалось узнать, что он материально поддерживает Софью и свою наследницу. В частности, снимает им хорошую квартиру в центре столицы. Говорят, что экс-возлюбленная Павла якобы хотела, чтобы он купил ей апартаменты. Однако Табаков на такой шаг пока что не решился. Некоторые знакомые Павла прокомментировали новости о его внезапном отцовстве и нежелании связывать себя узами брака. Так, актриса Татьяна Бронзова заявила, что 25-летний Табаков еще не успел нагуляться. И то, что Софья Синицына родила от него ребенка, еще не обязывает его жениться на ней. Главное, по мнению супруги Бориса Щербакова, что сын Олега Табакова не отказался от Мии и помогает ей и ее матери материально. Про Павла Табакова давно уже ходят слухи в светской тусовке, что он является весьма любвеобильным мужчиной. Даже его мать, актриса Марина Зудина, рассказывала, что одно время Павел постоянно знакомил его со своими девушками, однако так и не выбрал себе спутницу жизни. Софья Синицына, по слухам, пыталась сделать из отца своей дочери семьянина, однако ей это так и не удалось. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.